На главной сессии 7-го общероссийского форума стратегического развития «Города России. Новые рубежи» губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев заявил о том, что в 2023 году на развитие уральских муниципалитетов будет направлено 158 миллиардов рублей. Ключевая дискуссия форума посвящена роли городов в развитии страны, сообщает Департамент информационной политики региона. У нас практически по каждому муниципалитету приняты программы развития, где мы ставим четкий KPI по развитию того или иного муниципалитета. Это и создание рабочих мест, это и благоустройство, это и жилищное строительство. И, безусловно, мы ежегодно стимулируем развитие экономики наших городов. Ежегодно мы увеличиваем размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В этом году на эти цели было выделено почти 160 миллиардов рублей. Губернатор также добавил, что областные и муниципальные органы власти совместно с бизнесом создают благоприятные условия для роста инвестиционной и предпринимательской активности. До конца года будет утверждено еще 14 программ развития муниципалитетов с общим объемом инвестирования из всех источников 73 миллиарда рублей. В ходе дискуссии одной из тем также стало создание в муниципалитетах комфортной среды. При этом условия для жителей крупных городов и небольших населенных пунктов не должны кардинально отличаться. Достижение этой задачи во многом зависит от результативности работы местных властей. Напомним, что Общероссийский форум стратегического развития «Города России» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2016 года. Это единственное в России регулярное мероприятие, посвященное вопросам развития городов.